Слушай, Галя, я вчера, не поверишь, в интернете с такой девушкой познакомился, 17 лет, молоденькая, недотрога, еще вся нежная, еще щепетильная, еще девочка. Говорит, да? А ее случайно не Изольда зовут? Изольда, откуда ты знаешь? Ну, привет, Антуан. Врач говорит, так, я не понял, женщина. Вы же только недавно родили. И что, опять на учет? Вы что, как только домой пришли, сразу в постель? Что вы, доктор? Нет, конечно. Я сначала борщ сварила. Две подруги одновременно вышли замуж. И вот проходит неделя. И одна другой звонит, говорит, привет, Светка, ну ты как? Говорит, не поверишь. У моего просто золотые руки, представляешь? Мы просто вечеринки, он сам все взял, перемыл, всю посуду, все абсолютно, золотые руки. А ты как? А у моего Толика золотые яйца. Я до сих пор не знаю, где кухня.